Самый крупный микрорайон Звенигорода – Супонево. Новый и благоустроенный. Правда, к последнему у местных жителей есть вопросы. Один из главных – безопасность детей. Путь в школу легким не назовешь. Припаркованные на тротуаре автомобили. Несколько малозаметных заездов на парковку. Машины заезжают сюда. Детей как бы никто не пропускает. То есть дети идут по дороге, обходя эти машины. Вместо разбитых автомобилей – зеленые насаждения. Жители просят территорию благоустроить. Глава берет ситуацию на личный контроль. Вопрос первый по тротуару, чтобы он был нормальный. Мы разбираемся с собственником парковки, баннеры обсуждаем. И в целом, я думаю, что надо думать, как ставить под изъятие в госсобственность, то есть возвращать. К 1 сентября в одном из дворов Супонева должна была появиться новая детская площадка. Но подрядчик в установленные сроки не уложился. И теперь жители опасаются, игровой комплекс не установят вовсе. Здесь жесточайший контроль по качеству. Еще раз подчеркну, подрядчик косой, кривой. К сожалению, на торгах выиграл кривой подрядчик. Поэтому за ним жесточайший контроль. Там, где у них что-то нет в сметах, либо дожимаем и бьем, либо делаем сам. Ну, нет другого варианта. Но все сделать надо качественно. Кроме того, жители попросили вернуть выезд из Супонева на Нахабинское шоссе. Это значительно улучшит дорожную обстановку в микрорайоне. С соответствующим предложением администрация округа обратится в Мосавтодор. А к озеленению густонаселенного жилого массива приступят уже в ближайшие выходные в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево». Стать ее участником может каждый. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».